Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем с вами готовить обед либо ужин на двоих в тайском стиле. Это у нас будет рис с морепродуктами, в моем случае это будет рис с мидиями. Тоже это очень вкусно, можно использовать, конечно же, и креветки, можно использовать любые морепродукты, которые вам нравятся. Подаю вот так вот, присыпав кунжутом, это очень красиво и вкусно. Использовать я буду вот такой вот рис жасмин, он более ароматный и подойдет мне к этому блюду. Купила вот так вот мясо мидий, у меня здесь 180 грамм. Но они немножечко в глазури, поэтому их получится в итоге чуть-чуть поменьше. Можно использовать морской коктейль. Я порезала такой средний сладкий перец, почистила 2 зубочка чеснока, и понадобится мне еще вот такая вот половинка небольшой луковицы. В блюде нам их слышно практически не будет, они нам нужны только для вкуса. Мелко режу лук и также мелко нарезаю чеснок. Первым у нас пойдет жариться на растительном масле лук. Добавляю лук и буквально даю ему минутку для того, чтобы он размягчился. Добавляю чеснок, перемешаю, чтобы он прогрелся, и сразу же добавляю сладкий перец. Для любителей по-острому можно добавить немножечко еще сюда либо какого-то чили. В общем, все по вкусу. Разморозились мои мидии. И я добавила еще сюда где-то таких 2 горсти зеленого горошка. Можно добавить и кукурузу. Добавляю сюда мидии. Все очень ярко и красиво смотрится уже сейчас. Теперь уже начинаем добавлять сюда мед. Я буду добавлять где-то 1,5 столовой ложки меда. И у меня еще есть соус терияки. Его можно и не добавлять. А можно добавить, конечно же, это придаст такую восточную нотку. Вот так это уже ярко и красиво. Теперь нужно для такого именно кисло-сладкого вкуса добавить сюда рисовый уксус. Я буду добавлять столовую ложку хорошую такую рисового уксуса. Да, его в принципе можно заменить нашим обычным уксусом. Но, конечно, лучше использовать рисовый. Теперь добавляю сюда соевый соус. Его нужно где-то от 50 до 100 мл. Рис у меня был отварен альденте, добавляю сюда рис и даю всему еще немножечко протушиться вместе, минут так 3-5, чтобы они объединились вкусами. И присыпаю кунжутом и подаю с палочками. Все очень вкусно, кисло-сладко, обязательно попробуйте, и я думаю, вы не пожалеете, и вашим родным это понравится. Этой порции достаточно для 2-3 человек. Дерзайте, а с вами, как всегда, был Кекс, до новых встреч, пока-пока!